Всем привет! Мы на канале Осплей, мы продолжаем проходить паучка. В прошлый раз нам надо было спасти котика. О-о-о, как замедление. Вот мы его сейчас обратно везем к его хозяину. Кстати, тут потом должны вроде как дать даже костюм будет. С котиком, эй, с этим Тео, рюкзаком. У меня для тебя сюрприз. И кот будет помогать при битве. Да ну. Какой? Человек-паук! Хорошо нагулялся. О, папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. О, из-за тебя. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Привет. Удалось выяснить, на кого работали те котокрады? Я нашел пару зацепок, ограбление заведений в Гарлеме и какие-то беспорядки в приюте Пир-Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс. Спасибо. Хороший. Майлз, мы встречаемся сегодня? Ты мне так и не ответил. А, да. Прости, я что-то совсем замотался, но сейчас свободен. Где? Класс, угол 78 и Вест Энд. 78-я? У научного центра? А что там? Увидишь. Не опаздывай. 78-я и Вест Энд. Там и узнаю, о чем она. Лучше поспешить. Ну, погнали. Ты ведь знаешь обо всем, что происходит в Гарлеме. Ты слышала про подполье? А, да. Они портят имущество Роксона и, кажется, набирают подростков по всему району. А что? Они и тебя пытались втянуть в свои проделки? Нет. Мне дядя Аарон сказал. Ну да. Мы случайно встретились в метро. Ты знала, что он там работает? Нет. Прошу, держись от него подальше. Но вы с папой никогда не говорили, почему я должен держаться от него подальше. Раньше же он всегда приходил в гости. Пусть Аарон сам объяснит. Подождите секунду. Прости, дорогой, мы заняты подготовкой. Вот уже около семейства паучка конфликт какой-то с дядей. Эй, Капуша, я здесь. Пожарная лестница тут совсем не к черту. Залезай осторожней. У нас тут, я так понимаю, назревает романтик. А, поэтому ты хотела встретиться здесь. Ты опоздал. Я чуть не ушла. Тут заело. Помоги. Капсуле пришлось нелегко. Ты помнишь комбинацию? Да, сейчас. Черт, как же. Ты издеваешься? Пора бы вам уже запомнить этот код. Я не всегда буду рядом для подсказки. Да запомним мы, запомним. Запомним, да, да. Ладно. Так и что же вы собираетесь положить внутрь? Это тайная капсула. Только мы с Майлзом знаем. Супер. Так и надо. О чем не узнают, то не сопрут. Эй, Рик, а ты правда идешь в Роксон или как? А что, пойдешь, если я не пойду? Возможно. Смотря что там предложат. Ну-ну, конкуренция, да? Что ж, вот их идея. Чтобы я вел группу по чистой энергии.
Я же говорю. Чистая энергия спасет мир. Мой чудесный фан-клуб. О, помяни черта. Роксон, сейчас вернусь. Ты же помнишь код, да? Числа Фибоначчи. Класс. Наш приз. Скажи, наш преобразователь был просто огонь. Это точно. Как думаешь, он все еще в научном центре? Надеюсь. Ого, погляди на нас. Провинциалы. Один Рик, как всегда, на стиле. Ага. С ним что-то случилось? Вы с ним что, поссорились? Нет. Ничего такого. Фина. Все нормально. Почему мы перестали общаться? Черт, я опаздываю. Надо бежать. Эй, мне кажется, мы оба что-то скрываем. Давай в следующий раз без секретов. Лады? Да. Я подумаю. Но не опаздывай. Увидимся, коротышка. Ты в курсе, что я теперь выше тебя? Здесь нет. Выпуск из средней школы. И радостный, и грустный. Фина пошла в Мидтаунскую школу, а я попал в Академию Visions. Мы собирались держать контакт, но... Блин, старшие классы — это ж целый новый мир. О, как же приятно было снова увидеть Фину. Пожалуй, поищу остальные наши капсулы. Но немного позже. Сейчас пора домой и на митинг. Хорошо, что у меня безлимитный проездной. Телефон есть? Проездной есть? А ключи у тебя? Да, у меня. Пошли, а то опоздаем! Эй! Чел, я тебя в костюм снега напихаю! Ты по-прежнему в костюме? Ну да, на всякий случай. Все будет хорошо. А, это у нас была презентация PlayStation 5. Этот ролик показывали. Шикарная музыка. Да, очень неплохо. Что думаешь о Рио Моралес? Будешь за нее голосовать? Не могу поверить, что моя мама политик. Она всю мою жизнь была учителем. А их работа чем-то похожа. Собираешь людей... А вот это круто! Пожалуйста. О. Извиняюсь. Надо будет тоже с тобой записаться на язык жестов. Испанский я уже почти выучил. Да вы ну. Вы покажете как? И давно? Дорогой, ты слишком... Глория! Привет! Привет, Майлз. Это моя подруга Стеф. Она недавно стала волонтером в Пире. Приятно познакомиться. Уверена, мы еще увидимся в приюте. Кстати, об этом. Твои смены возобновятся после зимних каникул, если мы будем открыты. В каком смысле? Ой, не волнуйся. Иди слушай мамину речь. Созвонимся после каникул. Милый мальчик, ну что, собираемся на митинг? Наш город умер. Буквально задыхается. Язык у Кригера хорошо подвешен, но не знаю. Да уж, Роксон чересчур быстро добился успеха и сразу словил звезду. Дядя Аарон, не ожидал тебя увидеть. Я смоюсь до прихода твоим. Это кто? Мой друг Ганки. Он помогает мне с паучьим проектом.
Ага. Приглядывай за моим племянником. Понял? Я пытаюсь, но с ним это непросто. Я стою здесь. Иди слушай мамину речь, Майк. Я нахожусь у почти достойного. Чел, ты ему рассказал? Он все выяснил. Расскажу, как вернемся домой. Удачи, мисс Моралес. Спасибо, Тим. Смотри, Роксана правда не забывает о бдительности, а? Это точно. Добрый вечер, соседи. Вы помните, чего мы лишились, когда Роксан разрушил квартал? Ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская, как на награждение, отец. Где делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все будет хорошо. Твою маму не дадут в обиду. Церковь Святой Терезы. Помните? По воскресеньям и средам пение хора раздавали на весь квартал. И сейчас Роксан развозит Нуфор. Это экспериментальное топливо по городу. Но молчит об опасности. Это послание Роксан. Ваш руководитель... Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. У нас проблема. Прошу сохранять спокойствие! Некуда бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Назад или будет хуже? Я помогу. Надо узнать, что умелец планирует дальше. Хорошо. Я захожу в твои данные. Помогу, чем смогу. Хорошо. Гиганке! Спасибо, что помог моей маме. Обращайся. Погашу вас и ваши светяшки! Походу там мост подрывают. Милый, это не как урак. Мы в порядке. Будь в безопасном месте. Понял? Когда вернусь, разрешу тебе подписать мой гипс. Ладно, мам. Увидимся дома. Люблю тебя. Дядя Аарон, все нормально? Я в порядке. Пытался найти тебя и твою маму. Где вы сейчас? Двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. А если покажется Роксан, беги. Понял?
Они хотят найти виноватого во всем, и не факт, что выберут умельца. Ладно, буду осторожен. Взрыв был таким мощным, там надо спешить. Была просто разминка. Или обманка. Вперед, вперед! Эй! Давайте не палить друг друга, а? Нам нужен только Нуфор. К черту все остальное. Кончайте с ним. Потом берите сколько сможете. Что ты делаешь? Вот так поворот от нашего знакомого. Он его дестабилизирует. Ложись! Отвлеките его. Он взорвался, мой грузовик! Майлз, я видел взрыв. Ты в порядке? Я цел. Но ты видел? Умелец, это Фина. Боже мой. Я же видел ее сегодня. Если бы я только смог догадаться! Ты не виноват, чувак. Я был так рад ее видеть, что даже не обратил на это внимание. А должен был. Осторожно! Ну, форма больше нет! Он уничтожил его! Так, кто там стреляет? Да как-то. Короче, в первую очередь с этими стрелками разбираться надо. Майлз, я видел взрыв. Ты в порядке? Я цел. Но ты видел? Умелец. Это Фина. Боже мой. Я же видел ее сегодня. Если бы я только смог догадаться. Да блин. На. Даже не обратил на это внимание. А должен был. Это что, проигрыш, что ли? Так как так-то? Ладно, сосредоточимся. Майлз, я видел взрыв. Ты в порядке? Я цел. Но ты видел? Умелец. Это Фина. Я же видел ее сегодня. Если бы я только смог догадаться. Ты не виноват, чувак. Я был так рад ее видеть, что даже не обратил на это внимание. А должен был.
Черт, удивительно, как всегда не хватило. Хватило. Все, наконец-то расправились. Кстати, заметьте небольшую деталь, вообще при любых битвах у него повреждается костюм. Классно реализовано. И что делать-то тут, а? А, вода, все, все, понял. Я виноват. Мои силы. Все взорвалось.
Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он спас да, нас! Вы. Он просто ребенок! Я все засниму! Его. Мы все увидим! Убрала телефон, быстро! Я сказал убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Что за черт? Куда он делся? Боже мой. Он что, упал? Его столкнули? Ну, наконец-то новая способность проявилась. Вообще надо было задницу надрать за такую. Разве Роксон не должен быть всегда рядом? Они хотели меня пристрелить! Даже слушать не стали! Ты в порядке? Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Криген. Обсудим обрушение Брейдуэйтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушило мост. Роксону что за бред? Все было не так. Умелец Фина. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Могу принести Дульсу де Коко? Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказал. Но ты же... могла умереть? Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Мам! Я бы съел Дульсе де Коко. Если ты не против. Не против. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все как Человек-паук. Говоря Человек-паук, ты всегда имеешь в виду другого. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему. Вот этот уже костюмчик намного лучше выглядит. Потом он оказался как-то более худощавым. В такое время людям
Особенно нужен дружелюбный сосед. Нужно название покороче. У всех клевых приложений название короткое. Ладно, будем на этом заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Наконец-то пробился. Наконец-то нам уже тут завезли экшончика. Привет, Пит. Как надеюсь, дальше подинамичнее будет тоже миссии. Всем пока.